Добрый вечер, друзья. Я не ошибусь, если вот скажу, что каждый из нас, дистрибьюторов сетевых компаний, в обязательном порядке когда-нибудь выступал перед аудиторией. Маленький или большой. А уж то, что предстоит выступать, это 100%. Потому что у нас такая работа. Рассказывать людям, вот отсюда извлекать соответствующие звуки, складывать их в предложения, слова, предложения, мысли и влиять на людей с целью, чтобы они сделали то, что нам надо. А что нам надо? Чтобы они поняли, какой у нас классный бизнес, чтобы они осознали, какие у нас классные продукты или услуги, и чтобы они стали нашими клиентами или дистрибьюторами. И тогда мы будем успешными. Чем чаще мы будем говорить, чем правильнее мы будем это делать, чем эмоциональней, страстнее, мощнее мы будем влиять на аудиторию, тем больше денег у нас будет. Мы можем говорить перед одним человеком, перед двумя, перед десятком, перед тысячей людей. Короче говоря, это вечная тема сетевого бизнеса. Правильно говорить. Но есть такой один момент. Иногда можно сделать хорошие деньги и хороший бизнес, не будучи никаким ни оратором, ни спикером, не обладая никакими особыми талантами в этой области, а просто умело использовать таланты других людей, вышестоящих спонсоров, параллельных лидеров, нижестоящих дистрибьюторов. Уметь, только лишь их правильно представить. Вот я хотел сегодня пару слов сказать, поговорить о том, как правильно представлять ораторов, выступальщиков. Как правильно представить спонсора или спикера очередного. Это большая проблема. Для меня долгое время это была загадка. Я иногда удачно представлял человека, а иногда не очень. Иногда я говорил так, а в следующий раз я мог говорить по-другому. Я точно не знал формулы, как мне правильно представлять. И, между прочим, наделал много ошибок в этой части. Если бы я правильно умел, грамотно, эффективно представлять людей, которые сейчас будут выступать перед аудиторией, то я бы был бы более успешным человеком. Но я этого не знал, не умел и действовал по интуиции, по ходу соображая, чтобы такое сказать. А вот знать бы мне такую формулу, мне было бы легче. И я знаю, что очень многие дистрибьюторы тоже имеют проблемы в этой части. Представлять приходится ораторов, выступающих, а как это сделать эффективно, не знаешь. И люди, которые особенно не имеют опыта публичных выступлений, такого бывает наворочивают, что они могут хоть Рэнди Гейдж потом выйдет, хоть Цицерон, выйди после такого человека, который его представляет, и все равно никакого успеха не будет, потому что люди не заряжены на то, чтобы проглотить каждое слово того, кто будет сейчас выступать. Они не готовы, они не поняли, они относятся к этому так, как был подан этот человек. Я помню, я сам научился это делать. Том Шрайтер, большой Л, в книжках у него вычитал, попробовал раз, два, три, привык, и у меня уже, я уже не думаю, у меня формула сложилась, я знаю, как это сделать, и поэтому мне стало совершенно просто и легко. Сейчас я вас научу. А потом я стал учить этому своих дистрибьюторов, потому что я, например, все чаще и чаще сталкивался с такими вещами, что я приезжаю, где-то мне надо выступить, я говорю, ты знаешь, как меня представить? Он говорит, обижаете, Олег Григорьевич. И человек начинал такое молоть, что потом мне приходилось выправлять это дело очень долго. Я помню, я приехал в один город в Украине, спрашиваю человека, парня, мужчина такой лет 40, должен меня представлять. Я говорю, вы знаете, как меня представить? Он говорит, само собой. Ну давай. И вот он вышел. Ну, на это требуется максимум минута. 50 секунд, минута, ну две. Он говорил минут 20, наверное. За это время, ну, четверть зала точно ушли. Ушли. Просто встали и ушли. Он попал в такую передрягу, я так за него переживал.
Он начал вроде бы бойко, нормально, начал говорить по делу, а потом, не имея подготовки и опыта, ушел в такие дебри. Ну, короче говоря, он стал рассказывать, что вот надо двигаться к успеху. Вот он был, значит, работал на обыкновенной работе, на заводе, потом был водителем, потом пошел учиться в вечерний институт. И вот все время мечтал, что надо пробиться в жизни. Он начинал правильно. А потом перешел на то, что еще отец ему говорил, что надо в жизни пробиться. Он мне говорил: «Коля, ты должен пробиться в жизни». Ну и все, и меня порол, а порол жестоко. А вот мой старший брат тоже пошел по этим стопам вот пробиваться. А средний брат, ни хрена подобного, начал пить, гулять. И вот он попал незаметно, значит, на такую опасную тропу и отклонился от темы и пошел, значит, разбирать семейные дрязги. И когда у него папа умер, и как он плакал, и, в общем, народ сначала недоумевал, потом ему надоело народу, и они стали расходиться. А он уже не может выбраться из этого порочного круга, как заезженная пластинка крутит. И я понимал, как ему тяжко. Он глаза паникуют. Бывали в таком положении? Хотели бы попасть в такое положение? Не надо, не дай Бог. Не дай Бог. Все должно быть четко, профессионально. Три вопроса должно быть. Простая формула. Я просто научился у Томаса Райтера. Хотите, вас скажу? Три вопроса. Первое. Т, второе В и третье Ч. ТВЧ. 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 Тема. Нужно сказать о том, что сейчас произойдет, на какую тему мы будем говорить. Второе. Надо сказать о важности этой темы для тех людей, которые сейчас будут это слушать, для вас, для аудитории. И Че – это человек, который будет говорить для вас. Люди, которые там сидят, надо всегда помнить о том, что самое важное – это те, кто сидит там. Нужно сделать все, чтобы им было хорошо. А им будет хорошо тогда, когда они увидят свою собственную выгоду. Человек никого не собирается слушать, если это не касается лично его и как он это может применить в своей жизни. Как правило. И вот вы выходите, и вы говорите, ну, примерно такую речь. Дорогие друзья, сегодня в течение получаса или 40 минут у нас будет презентация на очень важную тему. Мы будем говорить о бизнесе, мы будем говорить о ваших выгодах. Мы будем говорить о том, как вам построить собственный бизнес быстро, без риска, без особых вложений. Как вы можете сделать свою жизнь совершенно другой. Вы назвали тему. Речь пойдет о бизнесе, о том, как его построить. Потом вы говорите о важности. Сегодня в условиях кризиса иметь свой собственный бизнес и зарабатывать свои 300, 400, 500 долларов в дополнение к тому, что у вас уже есть, это крайне важно. А для тех, кто хочет серьезно разбогатеть, то это вообще тема просто бомба. Особенно если учесть, что человек, который будет представлять вам этот материал, это человек, который в этой теме уже варится 10 лет. Он помог тысячам людей подняться с колен. Он умеет научить человека, показать ему дорогу, следуя по которой тот за месяц, за два, за три кардинальным образом меняет жизнь, выходит из долгов, начинает зарабатывать. Этот человек достиг потрясающих успехов. Его зовут Василий Петрович Пупкин, и вот он идет. Это член команды, это президент, это экзекьютив, это диамант, это президент, это, ну и так далее. Такой-то компании, давайте его поприветствуем. Все, 2 минуты. ТВЧ. Нужно сказать о теме. В этой теме должно быть сказано, сколько это будет продолжаться по времени. Не 2 часа, а всего лишь полчаса или 45 минут, что эта тема касается вот того-то. Потом надо сказать, что это об этом пойдет речь. Потом надо сказать, что это важно потому-то, потому-то и потому-то. А почему важно? Потому что это им интересно. Как выбраться из долгов, как рассчитаться с кредитами, как сделать собственный бизнес быстро, без потерь, без риска, без вложений особых. И, наконец,
Говорить это будет профессионал, человек, который занимается этим уже много лет, он достиг таких-то результатов, помог многим. И человек сидит и думает, да, бизнес построит быстро, это хорошо, это очень важно, действительно, у меня кредиты, долги, и мне бы, ну, хорошенько было бы послушать, надо будет, пожалуй, чтобы быстро их с ними рассчитаться. Этот человек, наверное, судя по тому, что о нем говорит этот парень или эта девушка, наверное, толковый, раз он 10 лет уже этим занимается. И человек приготавливается, и все начинается. Вот и все. ТВЧ. Формула. Когда она у вас в голове, вам не надо беспокоиться, вам не надо думать, так что такое сказать, и понесло. Я желаю вам удачи. Всего вам доброго.